Город Уральск, микрорайон Береки, улица Нур. Нур в переводе с казахского означает луч. Ну, также можно перевести как свет. Не просто луч, а луч света. Вот улица такая. Здесь такие дома частные, и вот есть пятиэтажка, она новая, построили, получается, в прошлом 2018 году, сейчас вот идут отделочные работы, почему он видно, как человек что-то делает. Как-то вечером я снимал, но стало темно. Поэтому вот я иду в обратном направлении. Вот. Ну, было бы против солнца. Так, сейчас солнечные лучи падают на улицу. Нур, Кунем, Нура, Нургуши, Снег, Сыптар. Нургышесин нурландырып тұр. Каламбур. Каламбур на казахском языке. Лучи солнца освещает улицу лучевую, да. Вот я и каламбур. Там перфоратор, наверное, работает. Да, можно перевести как лучистая улица, лучевая. Световая, светлая. Синонимов много можно придумать. Машина едет сюда. Пропускать машину. Вот такой снежок. Белый, чистый. Наверное, несколько утоптан. Проезжен. Вот еще один. Еще одна схема. Микрорайон Бетерек. Улица Нур относится к микрорайону Бетерек. Означает тополь. Не просто тополь, а мировой тополь. Такой. Скажем так, одно из центральных мировоззренческих понятий. Ну, можно даже сказать, в казахской философии, степной философии. Есть понятие. Ну, вообще. Это понятие распространено во многих культурах. Идея мирового дерева, вокруг которого мироздание как вокруг оси, да, собирается. Ну, либо мироздание вот
она как бы на ось нанизана под некое мировое дерево. Байтерек вот имеет такое значение. Мировой тополь. Потому что, ну, есть просто слово терек. А байтерек — это вот такое значение. Ну, конечно, то дерево, которое большое и выросло, его, да, могут называть этим словом. Вот такой большой тополь. Вот есть такой вид — серебристый тополь. Идеально. Вот название байтерек. Он задеет какой-то транспорт. Коротенькая улица. Симбат, она упиралась в верки. А вот это может быть. А сюда вправе подъезда нет. Ну вот там впереди. Получается, та улица. Или проспект Абулхаирхана. Тут вот оптомаркет Анвар. Зенит. Что за Зенит, я не знаю. Мы вот прошли эту улицу. Нур. А, это тоже Нур. То есть относится не как обычно к улице. Центральная улица, она забирает от дома, да? Тут написано, что это Нур. Ну, на этом этот видеоролик я завершаю.